нюансов. Судится и палочка, и ленточка, и как гимнастка держит, если у нее из ладони торчит, извините, большой торчит именно, большой фрагмент палочки, это наказывается ошибкой, также при ловле, также движение ленты, касающееся тела, либо вяло, не повторяющий рисунок начала ленты, потому что все витки должны быть одинаковыми. И так далее. Лежащая лента перед броском, лежащая лента или часть ленты при выполнении всех эшапе. Но вот тоже, видите, неудачно она траекторию полета взяла, но тем не менее продвинулась по площадке и даже не вышла за пределы площадки. Леди Гага сопровождала выступление Катрин Тасевой. Это саундтрек из фильма «Звезда родилась очень долго».